Всем привет, у нас сегодня призыв башни ниндзя, это попозже будет, а у нас призыв бездны. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте подписаться на канал, порекомендовать друзьям. Ну и собственно давайте посмотрим, что нам сегодня призовется. Также после призыва не отключайтесь, еще будем алхи осколки собирать. Есть тут вариантик с ним. Ох, ну что... Последняя пятерка у нас как раз была с призыва бездны. Посмотрим, а с кого ж нам тогда повезло? Ох-ох-ох, с кого ж нам повезло? Прям интересно вспомнить-то. Ну, я сейчас быстренько пробежался, посмотрел. Да, мы призывали пятерочку с Воллер-Морка. Ну, давайте попробуем снова с него. Морис. Ну, по крайней мере, да. Это новенький у меня, которого не было. По-моему, да, у меня его не было. Хорошо, второй призывчик. Оберон. Ну-ка. Кэдман. Блин, да, жаль. Ну, хотя бы хоть один... Тот, кого мне нету. Ладно, посмотрим по этим, что нам скажут. Нет, ты что, издеваешься? Я надеюсь, тройки не выпадут сейчас. Эту я делаю разгрузку в одну для... Во-первых, для чего? Для следующего призыва. Отлично. Для следующего призыва. Это у нас будет уже башня ниндзя. Ну и, собственно, для пути доблести. Хорошо. С призывами не очень-то нам повезло. Давайте посмотрим, что нам алхи-осколки скажут. 42, 39, 197, 1000. О, вот это мы объединим. Да, в общем, там сегодня не сильно нам фартануло. Желаю вам более удачных призывов. А на сегодня все. До новых встреч и всем пока-пока.